Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы продолжаем проходить игру, которая называется Clash Royale. Ну что же, 2 на 2, поехали. Посмотрим, что у нас на этот раз получится. Ну, думаю, должно быть все хорошо. Ага, игровой домик Пека, значит, да? Ну ладно, давайте посмотрим, что тут у нас выйдет хорошенького. Если вообще что-нибудь выйдет. Ох ты, начал неплохо, довольно неплохо. Так. Поможем. Вот так, блин, зря использовал, конечно, ну ладно. Так, тут дракончик, а здесь у нас Валькирия. Даже так. Ну что ж, давайте вызывать дракона. Ой, дракона. Лучников, конечно. Черт подери, тут уже больно что-то. Что-то как-то больно рьяно, вам не кажется? Все, здесь началось. Да. Да, можем даже проиграть, ребята. Надо сносить башню, это однозначно. По крайней мере, попытаемся. И есть, нам это удалось. Так, он вызывает Пеку. Слушайте, а я, наверное, вызову тогда ведьму. Попробуем. Блин, надо вот этот домик сносить обязательно. Сейчас попробуем. Черт, тут осталось-то. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, все как-то паршивенько, если честно. Ладно, ведьма погибла. Ну что же, черт бы его побрал, а? Что он вытворяет? Блин, я не вижу этого. Где у меня? А вот он, с бочкой, наконец-то появился. Сейчас я его... А, все, уничтожили мы там домик. Все, ребят, победа за нами. Ух, как вы и просили, я взял стрелы. Ну, вроде бы пока неплохо. И у нас, ребята, королевский сундук накопился. Давайте глянем, что нам здесь выпадет. Так, монетки. Кристаллы. Гоблины-копейщики. Кстати, интересно послушать ваше мнение по поводу копейщиков. Стоящие это, ребята, или нет? Так, гигант. И последний у нас. Опа-на! Ребята, напишите мне также про гигантского скелета. Стоит ее брать в колоду или нет? И вообще, что он из себя представляет, если честно? Дайте я почитаю. Чем больше скелет, тем больше бомба. Этот тащит бомбу, которая взрывается при смерти гигантского скелета. Слушайте, я даже и не знаю. В общем, жду ваших комментариев по поводу этого скелетика. Пока, наверное, оставлю все, как у меня есть. Кстати, да, еще хотел спросить по поводу Пеки. Вот у меня Пека 2 уровня. Ионные параметры. Урон 357, здоровье. Стоит его брать к себе в отряд или нет? Ну, а стрелы, я думаю, надо прапать, как ни крути. Давайте сделаем. Так, получаем 5 уровень стрел. Кстати, стрелы я заменил на гиганта. Не знаю, правильно ли я сделал или нет, но, в общем, пока играем так. Что тут у нас опять? Нужны карты. У меня нет таких карт. Так, ну ладушки, давайте продолжим с вами бой. Посмотрим, как на этот раз у нас получится. Кстати, если честно говоря, стрелы меня как-то не очень устраивают. Но вот против скелетиков и гоблинов действует довольно хорошо. Так. Труфа. Ну ладно, труфа. Давай посмотрим. Главное, не труфь. И все. Смотри, что он сделал, а? Он вызывает ведьму. Мы вот так вот сделаем и мушкетчика. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Надо зачистку нафиг делать там. Хорош, блин, буянить. Так, отличненько, ребята. Все у нас здесь получилось. Блин, смотрите, конник вызывает. Вот это уже хуже.
Сейчас он нам снесет первую башню, этот конник. Да, как-то довольно быстро. Ну, это он, конечно, зря радуется. Полетела бомба. Бомбермен на выход. А вот хрен тебе. Слушайте, надо еще бочку. Блин, обязательно. Давайте вот так вот сделаем. Немножечко не хватило буквально. И ему, кстати, тоже. Так. Ну, все равно у него пока преимущество, ребята. Взял он, высадил орков. Плюс мушкетчик. Только не говори, что ты ушел из игры, блин. Потому что он никого не высылает, ребят. Нет, высадил гномов. Но, по-моему, все здесь слишком поздно. Сейчас посмотрим, к чему приведет наша вот эта вот игра. Изначально неудавшаяся, можно так сказать. Так, все, я бомблю стрелами. Не, давайте вот сюда. Так, сделаем именно сюда. Так, лучник. 47 секунд у нас на все про все, чтобы победить. Давайте вызываем валькирию. Конник побежал, я кидаю бочку. И здесь бомбермены. Ну что, наша цель продержаться, ребят. Ждем, 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 когда он тут вызовет. Ага, вышла валькирия. Пока не будем, ребята, трогать. Давайте ведьму. А здесь вот так вот. Ну, да, давай, 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 давай. Есть, есть, ребята. С очередной нас победой. Да, и поздравлю тебя тоже. Так, ну что же. Все довольно хорошо получается. Продолжаем и едем дальше. Давайте-ка, быстрый бой. Кабанья гора. Ну что ж, давайте посмотрим Кабанью гору. Вот это ты зря, ты там. О-о-о-о-о-о-о. Так, где мои стрелы? Срочно стрелы. Вот так вот. Пока все отлично. Надо будет запомнить, что у этого говнюка очень много орков. А вот эту башенку-то надо сносить, как ни крути. Иначе заколебает она. Хотя все, она уничтожила. Так. Оу, щит. Давай, 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 валькирия. Ну, родная, быстрее, копись. Махай. Вот так, отлично. Ну, этих жужелиц мы тоже сейчас убьем. Давай, бочонок, готовься. И отправляемся на башню. Вот так-то оно будет лучше. Далее вот так мы сделаем. Стрелы. Фу, шикарно. Все довольно неплохо пока. О, вот два амбала, это, конечно, перебор. Блин, у меня откат по картам, ядрить его на корень. Не могу ничем помочь пока. Черт, пришлось вызывать хотя бы лучников. Отлично, мы снесли еще одну башню. Да давай, 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 добивай. Блин, он там снес тоже. Ну что же, хер с ним. Ну не тут-то было, валькирия, давай. Вот так. Сделали зачисточку. Правда, она погибла. Ну да не беда. Полетела у меня бочка. Так, напряженная, напряженная, ребята, обстановочка. Очень, я вам скажу. Давайте ведьму. Бомбермена. Так, если что, у меня есть стрелы. Вот так вот, думаю. Блин, пока не на что тратить. А вот сюда вот я поставлю домик, пожалуй. Ну что же.
Зря стрелы потратил, конечно, на этого лопуха. Давайте еще бочонок туда бросим с гномом. С гоблином, конечно. Ух, ну что же, ребята, еще раз наша победа. Это очень хорошо. Ага, злится он там. Вот так вот. Ну что же, поехали тогда с вами далее. Присоединиться к Федору. В плане присоединиться к Федору. Что-то я не понял, в каком понятии присоединиться к Федору? Федор вступает в клан. Ну, и зачем мне присоединяться к нему? Ладно, это не важно, давайте с вами дальше продолжать. 2-2. Так, и у нас мастерская строителя. Поехали. Рэй плюс Даркнесс. Не знаю, давайте я попробую опять начать с домика. Привык. О-о-о-о-о-о, вот это вот, ребята, плохо. Это очень плохо. Шикарно получилось. И теперь давайте кидать гоблина в бочке. Ну что же, наверное, мы сейчас ему снесем, да? Снесли мы ему первую башню. Ребята, да здесь вообще тухляк полный. Все, он проиграл, он даже не сопротивляется. Потому что понял, что против этой армии пока бесполезно воевать. Ну а мы далее идем. И Федор хочет участвовать в бою 2-2. Присоединиться. Ну давай присоединимся. Ё-моё, блин, эй, какого хера, у меня нет таких карт, ребята, зачем я присоединился, вот я дурила, а, он же слишком мощный для меня, да-да-да-да-да, слишком получается мощный, ну ладно, ребята, для показухи, я думаю, можно будет снять ролик, так, чё, почему бы нет, ого, фига он там жарит. И я со своими древними, блин, юнитами. Которые просто вообще ничего здесь не значат. Да, ты меня, конечно, подколол, браток. Подколол, позвав ты меня сюда. Если ты видишь это видео, да, поржешь, наверное, от души. Со своими древними стрелами. У него тут какие он юниты. И мои, блин. Оу, это что такое? Что за робот? Я такого не видел ранее. Давай, дракончик этого валим. Слушай, довольно прикольные тут такие юниты. В дальнейшем пойдут. Ого, у него дракончик, смотрите. С какой-то бочкой на спине. Да, конечно, для меня это в диковинку. Ну, а для них это, как говорится, все обыденное дело. Вообще, мои солдаты просто дохнут, как эти. Как бумажные разбирают на месте. Вау-вау-вау, смотрите, как он жарит. Ничего себе там. Вообще замечательно. Так, а что ты на меня психуешь? Злишься. Ты же видишь, какие у меня юниты. Психует он еще. Давай лучше вон устраивайся, помогай. Так, подожди, вот этого надо вот так вот делать. Дракончик нам здесь. Так, это уничтожаем. Блин, будем этого-то уничтожать. Кавалериста хреново. Не прокатывает, блин, моя ведьма слишком легкая. Теперь отсюда пошел, а? Смотри, что вытворяет. Ну давай, валькирия, родная. Давай. Все пока неплохо. Давайте мушкетчика вызовем. Так, если что, у меня стрелы готовы. Ну, если надо будет кого-то прикрыть. Черт бы его побрал.
Ну, не позволяйте ему. Есть. Наша победа, ребята. Ух, елки-палки, это обалдеть можно. Я умудрился здесь выстоять. Ну что же, Федор, пойду я дальше делать свои дела. 2 на 2, быстрый бой, на своем пока уровне. Там уж слишком, как говорится, круто для меня. Но все равно спасибо, что он пригласил. Хотя бы показал мне, что там будет дальше. Так, Рэй и Мигель, значит, у нас здесь. Так, ведьма. Давай тогда еще одну ведьму сюда. И вот так вот бомбанем. Да-да-да, обязательно здесь понадобится бомбермен. Ну, есть, отлично сработано. Просто изумительно, я бы даже сказал. Бочка с гоблином летит. Черт подери. Только сейчас увидел, что ведьм нету. Быстро их что-то расколбасили. Ладно. Слушайте, вы мне так напишите по поводу этого Пеки. Стоит его брать или нет? И хочется, как говорится, и колется. Вроде бы такой работишка стремноватый, но в кайф то, что он, по-моему, очень быстро бежит. Да, довольно прилично бежит. Так. Давай, Валькирия. Блин, положили. Положили мою родную Валькирию. Слушайте, а бомбермен у нас... Ага, сейчас ляжет у нас бомбермен. Вот так вот стрелами тут всех заколбасим. А вот тут ты... Зря, браток. Ну зачем же ты сейчас использовал стрелы, а? На него. Надо было вот на ведьму, я бы еще понял. Но не здесь. Но не здесь, конечно. Так, полетели гоблины. Ну, тогда и нам придется отправлять гоблинцов. Почему бы и нет? Что-то, по-моему, мой напарничек... А, нет. Я уже думал, он сдулся. Нет, пока все отлично. Так, с этой стороны пошла конница. Ну нафиг ты туда-то ставишь? Вон, фу. Блин, сейчас лишимся мы. Походу дела. Нет, пока еще не лишились. Давай. Атакуем без остановки. Снесли, отлично. Даже не знаю, что тут и сказать, ребята. Бойня очень-очень захватывающая. Все, все-таки он снес. Ладно, давайте Валькирию по этому флангу сделаем. Ну, последний залп стрел. И победа за нами, ребята. Не успеет. Какая, блин, победа за нами, елки-палки. О чем я думал? Вот теперь мы проиграли. Я думал, что мы добили эту башню. Нифига. Ой, ребята, лоханулись. Это мой косяк. Мне надо было стрелами добить. Федор, нет, спасибо большое. Не буду я участвовать. Там слишком для меня жестко. Я буду продолжать свою игру. Так. Ну что же. Давайте. Блин, ну как же все-таки лопухнулся, а? И почему я подумал, что я башню эту уничтожил? Ума не приложу. А что ты ржешь-то? Понятно, подстава, ребята. Я здесь буду один драться. Он не вызывает никого. Вот это я называю черти голимые, когда вот так вот делают. А нет, проснулся, блин. Наконец-то. Я думал, что сейчас ничего не будет делать. И мне придется одному здесь, как говорится, обороняться. Но пока все отлично идет. Все довольно хорошо. Давайте я еще, наверное, ведьму сюда вышлю. Она нам пригодится. Так, и... Кого бы еще-то, блин? Так, ведьма. Надо вот эту башню в любом случае сносить,
чтоб она нас не нервировала. Вот конника ты, конечно, зря здесь. Надо было бы с этой стороны, мне кажется, отправлять. Было бы более эффективнее. А, все, противник сдался. Он, по-моему, уже... Да нет. Брыкался там еще что-то на дорожку. Так, давай, поздравим. Ух. Денег-то как мало, всего 190. Ну что же, поехали далее, ребят. Наверное, последний бой сделаем. Ну, если он будет, конечно, выигрышный. Так, отличненько. Ну что, кого он будет вызывать? Он вызвал ведьму. Блин, я даже не знаю. Наверное, я буду валькирию сейчас вызывать. Хотя... Давайте, наверное, вот так вот сделаем для начала. Так, и бомбермена. Все, отлично у нас получилось. Теперь давайте гоблинов этих уничтожать. Им, как говорится, тут не дело и не место. Че напарничек-то спит? Я не могу понять. Я, блин, на 5-1, что ли, тут должен, блин, разбираться. Или у него такой откат офигенный. Не знаю. Сейчас наверняка... А, нет. Жду-жду толпу. Блин, толпы нет почему-то. Так, вызываю ведьму. Сейчас мы этого ходунка раздавим. Вот так. Ну, а наш гигант потихоньку там разбирает. Да-да-да. Блин, скелетики. Ведьма. Это плохо, ребята, что ведьма вышла. Давай. Что творит, а? Мерзость. Гоблин мой полетел на ту башню. Черт, ну это я, походу, зря сделал. Оу, щет! Где напарник? Где он спит? Он что, домик этот, что ли, поставил? Для чего? Не понимаю. Так, ладно. Еще не все потеряно, ребят. Еще не все. Хотя уже близко к этому мы подошли. Давайте вот так вот. Пека и рыцарь против меня одного. Тут еще куча гоблинов. Хреново. Ладно, я уничтожаю башню. Попытаюсь. Ну что, вроде бы пока-пока нормально. Пока держимся. Надо только удержать позиции нам, ребят. Давайте-ка я лучше ведьму вызову. Так, у нее больше толку. А что ты ржешь-то, придурок? Тебе сейчас конец будет. А он ржет, идиот. И бочка моя полетела. Добивающая называется. Чик-чик-чик-чик, давайте, да, оп, и все, ребята. Ну что же, на этом, наверное, я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы увидимся с вами в следующих сериях. А на этом все. Всем пока. И до скорых встреч.